Ну, давай что-нибудь из Линкин Парка. Давай. Что-то прям аж напряглась. Нормально все? Больно. Спасибо. Спасибо. А? А ты откуда? Волгоград. Понятно. А ты? Новосибирск. О, ничего себе. Как там? Слушай, Новосибирск. Ну это прям снег, да, постоянно? А? Вот какая сейчас погода у вас там? Какая погода сейчас у вас там? Ну, нормальная. Это что значит? Жарко. Последний день лета. А-а-а. Мне почему-то кажется, что Новосибирск, Сибирь холодно вообще, прям что-то ужас. Да нет. Слушай, кажется. Если есть Новосибирск, значит, наверное, есть Старосибирск. Друзья, всем привет! Немножечко подзадержался я с выходом этого видео, но я обещаю, оно вам обязательно понравится. Давайте поможем собрать 20 тысяч подписчиков, там не хватает вот прям вот совсем вот немножечко. Вы же Бадраман сейчас пели? Да. Сразу с первой ноты просек. Как дела у вас? Все хорошо. Круто, вы что, откуда? Мы с Астрахани. Ох ты ж. Блин, слушай, у тебя стримерское кресло крутое, я о таком мечтаю только, оно у тебя есть уже. Ну да. А у тебя гитара, как у меня в пятом классе. Да, мы мечтаем о такой гитаре, но она у тебя, понимаешь. А, да, давайте поменяемся. Просто у меня гитар много, а вот стула нет нормального. Ну, приезжай в Астрахань, мы поменяемся. Apple, чем занимаетесь? Да вот сидим, пытаемся найти что-нибудь веселое, попадаются только члены и какие-нибудь турки. Члены? Слушай, ни разу здесь еще не встретил члена. Ну, видимо, тебе повезло, все члены нам попадались. А, ну, я думаю, вы не против? Ну, на самом деле как-то... Но не здесь. Ладно. Ладно. Я понял. Че, может, что-нибудь сыграть вам такое? Сыграй, если очень хорошо будет слышно и терпимо, как говорится. А меня плохо слышно? Нет, тебя слышно хорошо, просто до этого кто-то пытался играть, были такие мы, что слушать невозможно было. Так, ну давайте попробуем что-нибудь. Я небольшой умелец играть на гитаре, но попробовать что-нибудь можно. Ага. Укулеле играть умеем тоже так же. Опа-на. Вот так. Круто. А вот так сможете на укулеле? Как бы, ну, сначала выебываться. Можно же было сразу же показать свой талант.
Я знаю, девчонка, вот эта песенка почему-то заходит, я вообще без понятия. Я ее знаю, да. Блин, девчонки, вы крутые, вы прикольные. Вообще, на самом деле, я здесь сижу полтора часа и наконец-то встретил девушек с нормальной камерой, с нормальным микрофоном и с нормальной реакцией, поэтому я более чем доволен лично. Мы тоже довольны. Так, как он переключился? Как он сейчас переключился? Он же спал. Кто переключил? О, мужики, здорово! Здорово! Чё там, как оно? Сами откуда? Минводы! Откуда? Минводы! 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 Ставропольский край! Северный Кавказ! Тихо, 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 тихо! С каждым словом страшнее становится, я всё понял, ребят! Да ничего, воюем потихоньку! Со здоровьем воюете, судя по всему. А что-нибудь можешь сыграть нормально такое? Такое, что прям... Да? Да-да-да. Ну типа опа, блядь. Чтоб душа развернулась, а потом свернулась. Ну а чё ты? Классно. Я сейчас пойду, блядь. Ищет так. О, проснулся и переключил меня. Здравствуйте. А вы играете? Да? Да. А что играете? Что умеете? Ой, а что сыграть-то? Я даже не знаю. Ну, не знаю. Давайте, типа, что-то стандартное, там, либо Цоя, либо, там, Макса Коржа. Это из последнего альбома Коржа. Красиво играешь. Спасибо, спасибо. Слышала хоть эту песню? Ну, что-то слышала. То ли тепло, то ли время. Не-не-не-не, незабываемый Макс Корж. А, все понятно. Допустим, Цой. Смотри, что у меня с баре. Я ее ставлю, да? Она умеет. Смотри, смотри, в чем проблема. Покажи указательный палец, как ты ставишь. Вот. Баре так нельзя ставить. Ты ставишь баре слишком, видишь, палец у тебя прям вообще вот так вот. Вот так вот палец. Он не должен быть так. Максимум вот. Не, еще ниже, еще ниже. Кто тебе такое показал? Еще ниже. Учитель? Ниже в плане палец. Палец. Нет, еще ниже. Стоп, стоп. При баре палец ставить нельзя вот так ставить. Так даже я не смогу тебе баре.
грязно звучит. Ниже поставь его, ниже. В смысле, на лапе? Ниже, в смысле, высота пальца. Вот она, высота пальца. Вот, смотри, я его ниже поставила. Нет. Ближе нет. К порожку. Ниже. Сколько можно раз объяснять? Ниже. Он у тебя вот так вот палец. Надо ниже. Ниже. Наоборот, не надо так. Почему? Ниже, ниже. Я должен быть. Ученик. Как я понимаю сейчас всех тех преподавателей, с которыми я занимался. Вкусы. Так, смотри, еще раз давай. Нет, послушай меня. Стоп. Прикалываешься? Я не знаю. Да в смысле, как прикалываешься? Я тебе говорю, подожди. Я тебе сейчас покажу, как ставить барре и дальше пойду, хорошо? Давай. Потому что ты делаешь это неправильно, и ты никогда в жизни не сможешь его сыграть. Я тебе сейчас просто один раз покажу. Поставь указательный палец так, как ты ставишь при барре. Ну, ты ниже гитару опусти, куда ты, что? Ну вот. Что, на арфе играешь? Покажи, как ты ставишь его. Вот. Еще чуть ниже поставь. Чуть-чуть. Вот. Ну как это ниже? Ну как это? Это же выше. Ну ниже. Вот. Стоп! Ниже. Вот ниже. Вот, все, стоп, вот, все. Все, отлично. А теперь... Все, закрой. Тём, закрой дверь, уйди, я занята. Урок идет. А теперь фа-мажор. Вот так вот поставь. Тёма, да Тёма, не мешайся. Какой аккорд ты ставила? Вот покажи аккорд, который ты берешь с барре. Ну, допустим, ля минор хочу. Да. Ты попробуй упасть здесь. Раз. Ля минор не берется на первом ладу с барре. Я знаю. Ты слышишь, что неправильно что-то звучит? У тебя звучит вот это... Так не должно быть. Запомни, вот, посмотреть, я в камеру показываю. Вот так должны располагаться пальцы. Попробуем сыграть группу крови. Все, друзья, можете меня хейтить, я переключил, это не просто невозможно. Я объясняю, как нужно, меня не хотят слушать. Еще более того, прям специально, как будто бы играют, ну, неправильно. Ну, давит на мозг, правда. Спасибо большое за просмотр, если тебе понравилось видео, поставь ему лайк, напиши комментарий под ним и подпишись обязательно. Спасибо большое за донат Назару Наквасову, он, кстати, просил передать привет своей подруге Вике Лазаревой из города Шебекино. Передаю привет. Еще раз спасибо за просмотр, пока.